Новые билеты, новые правила. В РЖД откроют продажу так называемых невозвратных проездных документов. Соответствующие изменения в закон внесли депутаты Госдумы. У невозвратных билетов есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, их стоимость немного ниже за счет того, что перевозчик снимает с себя риск возврата. С другой, пассажир теряет право отменить поездку, не потеряв деньги. Впрочем, сдать невозвратный билет без штрафных санкций все же можно, но лишь в случае болезни или смерти близкого родственника. Аналогичные билеты по сниженной ставке 4 года назад разрешили продавать на самолеты. Что же до ЖД-сообщения, то невозвратные проездные будут распространяться только на купейные вагоны и вагоны повышенной комфортности. Плацкарт и сидячие места нововведение не затронет.